Всем доброго утра. Третий день. Новосибирск. Нет, подожди. Ну, у нас-то третий. А, да, третий. Вот. И сегодня у нас не менее информативный день будет, чем вчерашний. Но сегодня мы как раз вам покажем то, что вы никогда не увидите. Ну, почему? Есть похожее производство других предприятий, но мы покажем наше производство, то, что как делается у нас, а не как у других. Дим, а вот с учетом того, что я сама была долго производственником, да, я работала на разных заводах. Три завода, получается, у меня в анамнезе. Четыре. Биохимик, Лисма, Веда и Кристалл. Вот то, что есть на данный момент на территории Российской Федерации, фармзаводы, биохимические заводы, завод Siberian Wellness, он, кстати, это бывший химфармзавод в городе Бирске, почему он здесь оказался, да, почему, ну, вообще понятная компания родом из Новосибирска, даже президент родом из Новосибирска, но именно сам завод, он на территории бывшего химфармзавода, то есть был куплен этот завод и с руин поднят. Там сейчас огромнейшее производство. Ребят, я не побоюсь этого слова, это производство 22 века. То есть, Дим, чище, лучше нету. Ну, а для скептиков скажу. Мы вам покажем сердце секты. Сердце секты? Да. Так что, смотри, будет не скучно. В секте деревья сажают, людям помогают, здоровыми людей делают. Цели и мечты у людей появляются. Вы видели кусок вчера интервью с парнем, да? Мы потом с девчонками, ну, вот с кем поближе общаемся, мы же уже... Так, сейчас перевернулся. Побольше к нам люди так это вот так подходит. Это вы? Мы. Когда услышали, что ему 39 лет, они Дим до меня. Да, спроси, чем он мажется. Я говорю, продуктом нашим мажется. Точно. Надо мажется. Понимаешь, вот у женщин реакция какая, да? Какая реакция у женщин, что парню 39 лет, девчонки максимум думали, ему там 23, одна говорит, ну 25, ну не больше. Так что, ребят, мы все это вот, как потрудишься, такое будешь. Будешь жрать пельмени, будешь пельменем. Все. Встретимся на улице, когда будем садиться в автобус. А можно я свои эмоции заранее? Не заранее, а какие у меня сейчас? Ну давай. У меня что-то потряхивает. Я спать спала, но проснулась прям. Хочу. А еще у меня в сумке сдох клещ. Клещ, если кто-то не услышал. Клещ. Да. От этой женщины даже клещи дохнут. Один я остался, как таракан. Девочку, ну, приехали, да, все там привели себя в порядок, пошли на ужин. Олеся сидит и что-то так. Смотрим на нее, она волосы поднимает, а там друган сидит, прям в шею впился. В общем, реально Новосиб, я, конечно, понимаю вам, очковасто в этом плане. Мне, ну, тоже страшновато, мы всем намазались тем, чем надо. Все для иммунитета выпили, ну, блин. Как-то это, говорят, да. Они могут вот где-нибудь вот сидеть, потом ему станет скучно, голодно. Он пойдет жрать. Ну, короче, у меня клещ пришел и сдох. Не дождался тебе. Димка ржет, но там даже клещи дохнут. Цветы дохнут у нее, клещи дохнут. У нас живых цветов, кстати, дома нет. Да. Только если букеты появляются. Да. И то не от тебя. Да. От партнеров. Да. Что? Итак, мы движемся в сторону автобусов. Выйди из-за верхней. Сейчас вы увидите смертельный номер, как Диму раскатает машина. Но не сегодня, не в этой жизни. Ну почему нельзя дорогу, почему вы переходите? Ходим, а мы еще ни разу не показали это гостиницу. А, да, мы название говорим. Домина. Да, Домина. А визуально мы не показали еще ни разу. Вот такая гостиница. Домина. Вот наши уже автобусы. Хорошо, что они уже более современные, чем вчерашние. Ну, вчера мы ездили в поле, блядь, с сапогами. С киркой и лопатой, поэтому сегодня автобусы современные. Получше. Опять водичку нам сейчас. Отправляющая компания бегает. Да, воду раздает. Нет, когда на мероприятиях, на событиях она злая ругается. Ой, вообще. Строит всех. А так, доброе.
Ну давай, ветер задувает. Все, меня нет, снимай, ходи, я ушла. А это еще только логистический центр, а Танька уже прыгает. Мы приехали в логистический центр, отсюда по всему миру. Ну не подходи близко. Отсюда по всему миру уходит наш продукт. А почему привозят сюда? Во-первых, показать, да, объем, масштаб, раз. Показать, что когда в случае какого-то, ну не знаю, мелких проблем, чтобы люди понимали, насколько там все это мощно, насколько все это быстро решается. То есть сейчас вы увидите то, откуда уже готовый, упакованный продукт уходит в 65 стран мира. Странно, наоборот, да? Сначала бы производство будет начать, а потом логистика. Нет, знаешь почему? Производственный комплекс там намного дольше. То есть, чтобы мы здесь работу не стопорили, нас не ждали, нас привозят сначала сюда. Потому что все, что сегодня, где мы будем на производстве, все, что сегодня на линиях производится, все, ребята, идет в брак. Потому что стерильные цеха, и мы как бы там не должны находиться. И поэтому не так часто компания организовывает такие мероприятия всего раз в год, чтобы, сорян, извините, в брак столько не сливать. Даже если ты не трогаешь продукт. Даже ты находишься, ты дышишь. Да. Вот ради какие жертвы, да? Да, чтобы показать, что внутри, чтобы люди видели и знали. Смотрите, приехали, называется. Вот отсюда у нас сегодня продукты по офису нашему. На память, смотри, в коробке сразу их далеко видно. Есть распределение. Да. Коллеги, поближе подходим. Галина, надо следить, чтобы сильно люди не... Коллеги, у меня к вам большая просьба. Мы находимся все-таки на складе. Здесь зона повышенной опасности, грузы на большой высоте. Пожалуйста, руками ничего не трогать, ни на что не облокачиваться. И следовать за мной, не отклоняться от следования общей колонны. Я рад вас приветствовать на территории Международного распределительного центра международной компании «Сибирское здоровье». Меня зовут Павел Черномак. Данная площадка уникальна. Уникальна она не только в структуре компании, но и уникальна в принципе по своим масштабам и выполняемым операциям. Уверяю вас, на территории России, по крайней мере, таких подразделений, таких хабов единицы. Данная площадка размещена в современном здании однообъемного типа, общей полезной площадью 6000 квадратных метров. Высота потолков 12 метров, это рабочая высота, что соответствует классу А. Данная площадка является, как уже сказал, уникальной. Это консолидирующий хаб, единственный в своем роде, РЦ первой ступени, куда поступает вся готовая продукция от всех абсолютно поставщиков. В том числе данный РЦ является еще и складом приема сырья для нашего производства, на которое вы сейчас отправитесь вскоре. Общий адресный ячеистый фонд 8000 мест. Максимальная грузовая емкость 13600 кубических метров, что эквивалентно 165 евро фурам. Ежемесячно данный РЦ отгружается со своей территории свыше 12 миллионов упаковок готовой продукции. Свыше 1 миллиона производственных операций выполняется при подготовке продукции к экспорту. Вы можете обратить внимание, что данная площадка, данная РЦ, ну, наверное, визуально кажется истощенным по емкости. Но это не так. Не так, потому что мы продолжаем функционировать, хотя для нормальной работы склада считается 20% емкости свободной должно быть, но тем не менее мы нашли хорошее решение, мы открыли коммерческие хабы, которые по сути дела являются подразделениями данного международного распределительного центра за пределами этих стен. Пойдемте немножко прогуляемся.
Готовая продукция выгружается, принимается не более 2 часов. Далее она размещается на стеллажи в ячейке хранения и доступна для заказов. Да, как я уже сказал, данный РЦ является не только распределительным центром готовой продукции, но и является также складом приема, хранения и пополнения нашего производства сырьем. Собственно, мы сейчас находимся как раз в этой зоне. Сырье все у нас натуральное, качественное. И, собственно, вы этот запах, наверное, чувствуете приятный. Да. Ароматерапия. Как предыдущая группа сказала. Центр ароматерапии. Центр ароматерапии. Да, это точно. Вау, тут прям вообще такой прям гвоздик. Или что такое? Не заводит свой. Приятно. Это, наверное, корень. Бля, кимонда. Сейчас. Итак, РЦ разделен следующим образом. То есть 3-4 проема мы выделили под сырье. Потоки у нас не пересекаются, то есть с двух сторон каждого проема хранится именно сырье и упаковка для готовых продуктов. 5 проемов выделены под готовые продукты. Соответственно, погрузочно-разгрузочные доки точно так же поделены. 3 ворот под нужды распределительного центра готовой продукции, 3 ворот под склад сырья. Здесь происходит приемка сырья, выгрузка через современные доковые ворота, оборудованные док-шелтерами и док-ревелерами. Док-шелтеры предназначены для отсечения атмосферного наружного фронта и поддержания микроклимата внутреннего. Док-ревелеры предназначены, перегрузочные мосты, для регулировки разницы высоты транспортных средств и пола данного склада. Это как раз таки позволяет нам избежать порчи при погрузочно-разгрузочных работах. Когда сырье выгружается, оно все сортируется. На каждый палет отдельная партия, отдельное наименование. Партии все сопровождаются удостоверениями качества. Также у специалиста по делу контроля качества есть перечень тех видов анализа, тех факторов, которые они проверяют при поступлении сырья или же упаковки, упаковочного материала для готовой продукции. Есть на РЦ предназначено специальное помещение для произведения отбора проб и анализа поступающего сырья или же упаковочных материалов. После того, как проверка произведена, отделом контроля качества принимается решение. Или же сырье встает на карантин и с поставщиком далее решается вопрос о его судьбе, или же оно пригодно для использования и помещается так же, как из готовой продукции, в ячейку хранения. Хранение здесь осуществляется по стандартам ISO и HACCP. Далее. А я говорил 6 тысяч. 6 тысяч – это полезная площадь. У нас, конечно, есть еще вспомогательные помещения, производственные, мезонин. Общая площадь 7700 квадратных метров. Да, данная РЦ на сегодняшний день, как я уже сказал, это консолидирующий хаб готовой продукции, консолидирующий склад сырья для производства. Помимо этого, сейчас у нас немножко меняются, так сказать, ориентиры. Это еще и площадка, где постоянно идет прирост отгрузок, продаж через интернет-магазин.
Поэтому сегодня это можно смело уже сказать, что это один из самых, это самый крупный ЦОК в России, да, который есть. Вот. Вопросы, может, есть. Ну, слушайте, вы еще на производстве не были. Да, еще раз говорю, что это уже не все. То есть на самом деле мы в какой-то момент, то есть видя, что спрос на продукцию растет, мы понимали, что вот сейчас происходит в какой-то степени, ну, не то что передел рынка, просто люди, которые раньше покупали эту же продукцию где-то в аптеке, да, сейчас аптеки не справляются, а мы справились. Мы за счет того, что как раз таки нашли решение именно с коммерческими сторонними хабами, то есть мы не провалились, не уперлись в эти стены, не остановили ни приемку, ни отгрузку, мы нашли решение координировать процесс именно с этими сторонними площадками. Конечно, тяжело, сложно, но мы это делаем, и в принципе мы готовы дальше наращивать наши обороты, а не стандартно. Да, стандартно. Мы на самом деле приняли действительно очень хорошие меры по... Спасибо большое, что не прерывали. Пожалуйста. Да, обращайтесь. Но да, приняли мы действительно хорошие меры. И у нас, в принципе, видите, я не сказал, вот при производственном отделе миллион производственных операций, больше миллиона производственных операций в месяц, и это всего 12 человек. Это всего 12 человек. Отгрузка стран, то бишь сборка этого товара, это всего 3 человека. При том, что общая производительность СРЦ сегодня это 12 миллионов упаковок в месяц, общая численность СРЦ, включая персонал, занимающийся сырьем, включая вспомогательный персонал, не больше 70 человек. Поэтому, в принципе, нам было легко разграничить этих людей, рассредоточить их. Самое главное, это, конечно, то, что люди сами по себе, они очень правильно ко всему к этому отнеслись. Не посещали там массовые мероприятия, изолировали. Да, еще вопросы? У нас вот там за техникой, штраки, это которые как раз-таки поднимают наверх, есть специальное помещение. Оно со своим микроклиматом, то есть туда подведены кондиционеры, своя система приточно-натяжной вентиляции. Там ежедневно проходит полная генеральная санитарная уборка. После каждого отбора проб полная уборка всего оборудования, очистка специальными растворами. Чтобы... Оттуда в лаборатории, как на В специальных контейнерах, тем же транспортом. То есть вот оборудование, транспорт. Вот, температурный режим мы на всех этапах контролируем. То есть начиная от покупки сырья у поставщика, мы в Москве, причем, кстати, вот вопрос к пандемии, да, вот когда вопрос возник, а как будем возить, потому что у нас, если вы помните, в марте прошлого года был этот указ, что все не работают, и, собственно говоря, многие перевозчики, они остановили свою работу в этой связи. Что мы сделали? Мы заключили договор перевозки сбора сырья с фармацевтическим оператором. Крупным фармацевтическим оператором, который без проблем продолжил для нас все эти операции, сбор сырья, доставка его сюда, соблюдение всех температурных режимов. Здесь также мы постоянно его мониторим, то есть у нас 2 гигрометра в зоне сырья, 2 гигрометра в зоне готовой продукции, плюс постоянно перемещающийся цифровой LogTech, самописец температурного режима. Это мы, так сказать, оцениваем риски в разных точках склада, то есть в разное время, то есть мы сегодня там, туда запихнем, да? Ну, у нас есть специальный. Да. Еще вопрос. Девочки, да.
скажи что-нибудь. Я скажу все потом. Знаешь, наверное, меня поймет только тот, кто работал на хороших заводах, работал в лабораториях, работал в логистике. Потому что... Меня сейчас не будет плакать. Подъехал, да, это пошли. Все, тогда, значит, все правильно. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Девушки, здравствуйте. Здравствуйте. Пару слов скажите, пожалуйста. Как вы нас ждали? Проходим. Спасибо. Вчерашнего дня ждали. Спасибо. Как мы рады вас видеть. Как мы рады вас видели на видосах. Да. Дорогие наши гости, мы рады вас встретить на нашем производстве и хотим познакомить вас с нашими участками. Какую продукцию мы производим, вы знаете, все отлично. Я для начала представлюсь, я Бедяева Наталья, руководитель производства вот этих двух корпусов, в которых мы будем с вами входить. И вот сопровождает нас заместитель главного технолога Ирина Степанова. В основном буду говорить я, но какие-то вопросы можно Ирине тоже задавать, она с удовольствием ответит. Вот, постараемся охватить полностью и целиком, ну, может быть, все равно какие-то моменты упустим, поэтому очень много ответить не сможем на все вопросы, потому что вы ограничены во времени, ну, по крайней мере, любопытство, и чтобы у вас представление именно было такое, какое правильное. Мы... Это вот у нас есть бит, пойдемте посмотрим. Вот видите, вращающийся такой механизм. Ну, по-русски сказать, такой смеситель, видите? Вот, по-моему, видно, сейчас вы видите чуть попозже, да. И смешиваем вот эту вот массу гранулированную, мы смешиваем со стеаратами, для того, чтобы не прилипали к пресс-инструменту частички этой грамотки. Вот. Значит, на этом участке у нас находится два таблет пресса. Мы можем одновременно два продукта выпускать. Можем один, но у нас производительность больше будет. Вот они оба работают. Вот видите, вот перед нами прям маленький таблет-пресс. И вот в той стороне чуть побольше таблет-пресс. Каждая таблеточка, выходя с таблет-пресса, вот сейчас вам показывает, я металл делаю. Каждая таблеточка, которая выходит на таблет-пресса, проходит через металл-детектор. Это для того все делается, чтобы обезопасить потребителей, да, любого человека, от попадания металлических включений в саму таблетку. Вот. То есть ничего просто так не делается. Оборудование работает в какой-то момент, где-то может быть болтик какой-то, гайкой там или шайбочка может попасть. Но для того, чтобы это предотвратить, у нас все проходит через металлодетектор. Потом хочу еще вот обратить ваше внимание, все же знаете, что мы проходим аудиты, да, и вот на таком участке у нас очень много стеклянных всяких поверхности, ну, стекла, двери, да, потолки.
значит, пластиковые части. Вот каждый день у нас в журнале ведется запись сохранности именно стекла и пластика. То есть каждый день, да. Потому что мы должны обезопасить наших потребителей от попадания любых включений в продукт. Вот. Чем хорош вот еще участок облитирован? Ну, в смысле, как хорош? Он, сами видите, что все хорошо, такое все современное очень оборудование. Значит, здесь минимизирован контакт оператора с открытым продуктом. То есть практически все делается автоматически. Выгружается в какую-то емкость, оператор только подает эту емкость. Загружается, вот этот бин переворачивается, загружается на комплект-пресс уже. То есть все механизировано. То есть контакт оператора человека. Сейчас мне тяжело будет одновременно говорить и отвечать. Похоже, что хорошо. Вот. Контакт оператора, который в перчатках, в одежде, в разово работает, он все равно продуктом минимизирован. Это очень важно, это вы можете рассказывать своим клиентам, что это очень все как бы правильно с точки зрения пищевой безопасности. Значит, таблеточки видели, все, да, показал нам парень оператор. Получили мы таблетку, для того, чтобы эту таблетку перед фасовкой, мы должны ее покрыть оболочкой. Покрыть оболочкой не потому, что мы хотим, а давайте покроем или давайте не будем. Эта оболочка покрывается таблеткой для того, чтобы ее было удобно принимать. То есть не все таблетки, они хорошо называются у нас, да, красивые на вид, не все приятные на вкус. Они там массу полезных витаминов несут в себе. Но для того, чтобы это было приятно принимать, то есть таблетка покрывается оболочкой. Вот. Еще как бы вторая функция нанесения этой оболочки, это при транспортировке банков, все равно вибрация идет, чтобы никаких не было пыльных вот на баночке частиц, эту таблетку мы покрываем. Состав капсулы какой получается? Что-что? Состав капсулы оболочки сама. Мы капсулы здесь не производим, мы производим здесь таблетки. Таблетная форма. Капсулы в другом корпусе производят, мы туда не пойдем с вами сегодня. Там мягкие желатиновые капсулы, твердые желатиновые капсулы. А состав какой капсулы? Желатиновый. Вы спрашиваете про капсулы? Да, про капсулы. У нас есть твердые желатиновые капсулы и мягкие желатиновые капсулы. Мягкие – это 3 мегавиталы все. Я вам пока закрываю весь обзор, извините. А твердые – это 2 желатиновые половинки, они твердые. Туда насыпается порошочек и соединяется. Но это вопрос сейчас маленький, не другой оперы, простите. Но... Значит, смотрите, вот эта линия фасовки. Почему? Если не слышно, подходите сюда, потому что мы именно по цепочке пойдем, как это все делается. Значит, баночки делаются у нас же на площадке. Наша же организация называется Валиопласт. Мы также банку получаем со склада, мы получаем крышку со склада, таблетки мы перемещаем из того чистого помещения в это чистое помещение. Баночка здесь у нас вот выставляется. Здесь у нас вот 2 бункера. Проходим. 2 бункерочка, в которые засыпается таблетка. Видите, по дорожкам с помощью вибрации эти таблетки наполняются в банку. Все это с помощью вот этих вот электронных всяких программ. Любой оператор у нас умеет работать, настраивать. Ну, наладчики, конечно, у нас тоже есть, потому что не всегда бывает так, что все идет хорошо, производство есть производство. И если какой-то сбой происходит, значит, наладчик вмешивается и уже сразу корректирует на месте все. Баночка у нас наполняется, дальше идет по конвейеру и подходит к узлу накручивания крышки. Видите, здесь ролики такие, которые... Крышка одевается на банку и роликами раз закрутилась, все. То есть здесь тоже продукт с оператором не соприкасается никак. Момент встречи оператора с продуктом, это когда он ведро полуфабриката высыпает в бункер для фасовки. Все, дальше нет. После того, уже наполненная таблетками банка, закрученная крышечка, идет уже на этикетировку. Вот сейчас как раз происходит момент замены пленки. Сейчас мы с вами посмотрим. То есть вот там чистая зона, здесь уже условно чистая. То есть здесь уже, видите, у нас финишная упаковка идет, гофропоров.
этикетка клеится. Но здесь у нас продукт закрыт, он у нас уже в баночке запасован, крышечка плотно закрыта, все. Здесь у нас стоит оператор, который контролирует как раз качество поклейки этикетки, чтобы не было перекоса. Все это делает автомат. Качество маркировки, все ли хорошо пропечатывается. И качество закрутки крышки тоже смотрят. Ничего, автомат у нас никак не сбился, все закрыто как надо. И отсюда уже выходит готовый продукт. Упаковывается все это в буфрокорах. И дальше перемещается на склад временного хранения. Склад временного хранения – это обычное помещение, где у нас стоит продукт до получения удостоверения качества. Как только отдел контроля качества, много слов качество, как только отдел контроля качества, значит, нам дает команду, что все, продукт проверен в нашей же лаборатории производственной, мы уже перемещаем, ну или отгружаем, как вам привычнее, отгружаем уже все на распределительный центр, готовую продукцию, и оттуда идет распределение уже. Вот сейчас будет видно, значит, сразу наносится маркировочка, вот Стас сейчас, видимо, программирует как раз дату, наносится маркировка, и дальше этикетка идет уже на поклейку. Сейчас под нашими пристальными взглядами у него, наверное, там это волнуется. А всегда же так, это же всегда так. Нам все интересно. Оно, когда, знаете, работаешь и работаешь, и никаких как бы вопросов нет. Поехали. Когда надо, чтобы было хорошо. Да, все, то есть видите, одна секунда и уже. Вот мастер как раз. Да. Мастер как раз пришла и сверяет. Лист согласования у нас есть, то есть там написано на там листе, приклеен сам шаблон, вот, какая маркировка должна, все это проверяется технологами, вот, подписывается отделом контроля качества, и все должно быть согласовано. То есть у нас не может такого быть, что этикетка одна, а мы клеим другое. Ей не нравится качество, она, видите, не нравится качество мастеру, она отрывает, сейчас будем переклеивать, прогоним. Ну, это такое бывает, потому что, сами знаете, когда мы дома 50 лет варим там одно блюдо, у нас все равно иногда бывает подгорит. Поэтому ничего страшного не происходит, все это регулируется. Так, вот сейчас вот они опять, видите, проверяют. Так с каждым продуктом, да, никаких исключений нет, никаких показательных выступлений мы не устраиваем. А линию меняете, да? А? Сейчас мне потом другой продукт будет, да, просто настраивается на количество, 120 штучек таблеточек или 60 таблеточек. Еще у нас продукты есть, которые, скажем так, 45 одного вида, 45 другого, да, это вот где-то. Также продукт сырья, мы анализируем разное оборудование, сушильные шкафы, водяная баня, что у нас, трубы сжигаем для золы на плитке, потом отправляем муфельную печь на 600 градусов, проходит озоление пробы. Да, BH замеряем, рефрактометры есть, массовая доля сухи. Все оборудование у нас проходит ежегодную проверку, либо аттестацию. Ну, то есть это область деятельности вот в этом. Что-то все чисто, это почему? А где хроматограф у вас? Хроматографа нет, у нас нету? Нет. Ой, да. Где у нас просина? Сторонняя организация. И еще зам у нас, там мы проверяем контроль косметической продукции. Значит, если потом перекинетесь там информацию. Если говорить, значит, по площади, о маленьком корпусе и большом, сейчас мы с вами находимся в шестиэтажном корпусе. Здесь у нас получается шестиэтажный, соответственно, 6 этажей. Площадь каждого этажа порядка 2200 метров. Значит, шестой этаж технический, пятый этаж сейчас идет ремонт. Будем запускать дальше производство, развивать. Пойдемте, коллеги, пойдемте сюда. Четвертый этаж тоже идет у нас там строительство, перегородки ставить. Там будет огромный участок сетов. Знаете, да, что такое? Вот, будут стоять 17 автоматов на швейную фабрику, похоже, на швейный цех по количеству.
И сейчас, значит, соответственно, мы не будем там ничего смотреть. Вот, мы находимся на третьем этаже. На третьем этаже у нас линия по розливу мармеладных конфеток. Все, наверное, наши конфетки знаете. Вот. С этой стороны спортивное питание. И потом мы впоследствии перейдем на другую половину этажа. Там у нас участок батончиков. Ну, я по порядку начну рассказывать. Вот, значит, здесь мы делаем конфетки наши. Вот здесь вот у нас приготовление идет, реакторочки, видите, стоят. Вот у нас, посмотрите, на полу не просто красота красивая, такой цвет приятный, а это еще и покрытие напольное с такой птичкой. То есть как мы привыкли, обычно используем линолеум, да, на основе, я не знаю, пептинол, спальмонтигиды, смолы, на основе чего. В нашем случае используется мармолиум. То есть это такое покрытие половое, напольное, которое изготовлено на основе льняного масла. Оно, во-первых, более, так скажем, высокими качественными, да, свойствами обладает по стиранию, к царапинам, но еще и обладает, обеззараживает воду. Да. Масло, видимо, испаряется, и идет такое обеззараживание воздуха. В общем, о нас заботятся, мы заботимся тоже о потребителях. В настоящий момент, значит, мы выпускаем батончики для компании «Фрутоняня». Ух ты! Да, мы, в общем, как сейчас вам скажу, вот таким предложением. Мы выиграли тендер как производство. Не слушай. Сейчас. С высокой культуры. Да, то есть и организация, и все оснащение, и коллектив, то есть приезжали к нам вот коллеги наши с Фрутоняни, ну как коллеги, партнеры, можно сказать, они коллеги, конечно, тоже, вот, вели здесь свои разработки, и после того, как это же самое было на других предприятиях, все-таки выиграли мы, потому что мы более условия, более комфортные для выпуска продукта, подготовили мы более безопасные условия. Комфорт – это, наверное, не совсем уместное такое слово здесь. Более безопасность с точки зрения пищевой безопасности. Продукт для деток, вот, для деток совсем маленьких, не с 3 лет даже, а меньше. Вот, поэтому для детей, сами понимаете, как бы упор на безопасность именно пищевую должен быть акцентирован намного больше, чем на другие продукты. Хотя и для других тоже людей. Это очень важный момент. Значит, что здесь происходит? То же самое. Мы делаем навесочки, загружаем сухие навески в дежу. Дежа – это смеситель. У нас бит на таблетках смеситель. Здесь смеситель называется дежа. Вот, значит, реактора, которые стоят слева чуть-чуть, там идет нагрев сока, это на яблочном соке делается. Все. И в этой деже сок наливается сверху. Вот эта вот сухая сыпучая смесь, она вот в мешочках, видите, компания стоит, она перемешивается с соком. И дальше по наклонному транспортеру, вот в виде вот такой массы, подается на барабаны. Барабаны — это вот немножко непрофессионально с моей точки зрения, но чтобы вам понятно было, у кого родители, бабушки, дедушки, где-то машинки, помните, которые вот ручные, вы отжимали, которые. Ну вот примерно. Сами даже отжимали. Ну вот. Хорошо. Я предметно говорю. Немножко не так, потому что там формировочный барабан и калибровочный барабан. Но смысл в том, чтобы из этой крошки влажной сделать пласт, раскатать пласт одной высоты, чтобы он был не так, что один батончик 15 мм, а другой 3. То есть мы должны достичь очень ровного пласта с определенной высотой. Значит, раскатали эти барабанчики нам пласт. И дальше все идет. Вот эти с ручками — это холодильники. Серия холодильников. Через этот батончик, пласт, еще не батончик, проходит где-то 20-30 минут. Буквально быстро пойдем. Рассказывать особо нечего здесь, потому что холодильник — это холодильник. Значит, это для того, чтобы вот на линии узел резки, да, чтобы батончик пришел при той температуре, чтобы он не крошился, не ломался. То есть это все технологические режимы, они и подобраны. Вот идут дисковые ножи, 16 штук.
То есть вот этот пласт, он режется вот так вот вдоль. И дальше по разводному транспортеру, это вот такого желтоватого цвета. Вот эти вот, да, ленточки, они как бы расходятся, чтобы они никак друг с другом не соприкасались, не расходятся. И дальше, видите, гильотинный нож, который режет батончик пополам. И здесь оператор уже у нас контролирует вес. Достигли мы желаемого или не достигли? Если не достигли, нам через холодильники проходит продукция и идет уже на упаковку. Вот поворотный транспортер. Я достаточно слышно говорю, я вроде стараюсь. Хорошо говорите. Вот, видите, через поворотный транспортер направляется на упаковку. Тип упаковки flow pack, то есть трехшовная запайка. Батончик поступает. Пленочка оборачивается, снизу запаивается со спинки. А вот туда фрутоняня, походу, да? Это фрутоняня, да. И, значит, и сверху запаивается две, по-моему, два батончика в секунду, что ли, Ирина Владимировна, так мы где-то? Делаем. Ну да, два батончика в секунду у нас вылетает. Вот, эти батончики мы укладываем с помощью роботов. Роботы Кука немецкого производства. Сама вся установка сделана нашими ребятами, нашими, я имею в виду, российскими, в Уфе. Все мозги готовы, да? Уфа! Да, да. Уфа. Да. Уфа. Все мозги, значит, и уфимские. И новосибирские. Ну и новосибирские. А как без новосибирских никуда? Да. Это же не будет работать, если это сделали, запустили и все. Ну вот, значит, здесь у нас по 5 батончиков, видите, берется сразу, укладывается в шоу-бокс. Потом еще 5 батончиков. Следующая рука, следующая еще 5 подает. Дальше уже шоу-бокс закрывается. То есть здесь происходит, как вот если с самого начала начать. Коробка плоско приходит нам со склада, плоская. Нам надо ее раскрыть, вот здесь она формируется, вот здесь хорошо видно. Наполнить 15 батончиками, закрыть и дальше пропустить через маркиратор, чтобы промаркированная была. Дальше в GoPro короб положить. Значит, после закрывания коробочки, вот там дальше стоят динамические весы, чеквейер называется. Если не до вложения по какой-то причине, а я хочу вас всех видеть, стою на носочке. Значит, если по какой-то причине не до вложили батончик, то у нас чеквейер отбрасывает. Говорят, нельзя, да. Пересмотрите, присмотритесь лучше, устраните причину. Если все в порядке, то чеквейер. Вот он из глицерина, экстракт, бодяги, ну что, серьезно. Помещение закрытое, они чистые, но никак не влияют. Поэтому вообще мы не имеем права пускать людей на производство без санитарных книжек. Вот. Туда они у нас не попадают. Здесь еще, конечно, здесь все обрабатывается, моется, также все в журналах записывается. Когда... Каким, из каких процентов концентрации раствор был использован, как называется этот раствор, как часто обрабатывается, все это тоже везде записано. Вот это вот два швейцарских аппарата. Сказала, да, кто не слышал, тонну 100 мы можем варить одновременно. То есть тонна 300 это его полный объем, рабочий объем, тонна 100. Вот некоторые продукты по 4,5 тонны мы умеем варить сразу за день. Сейчас варится этот гель для душа помад в этом реакторе. Ой. Это у нас сейчас что-то новое? Вот первый реактор, который там играют, там земляника и мята, ой, земляника и красная глина, да. Крем. Вот сюда сейчас что творится? Крем-томат. Ну, крем для тела томат, да. Скоро узнаете, очень приятно пахнет такой. Вообще даже привычно же, да, томат? Ну как такой запах очень приятный, интересный. Это очень царский. Я хотел сказать. Крем для тела. Так, и вот у нас еще машина стоит. Видите, вот она сейчас не работает, вот, которая правее вот, одна. Это машина, которая, на которой мы можем фасовать вот такие пробники. Или набор складывать, то есть продукции, которая косметическая, ну или в перспективе, как вот сейчас разработчики нам предлагают попробовать, ну типа смехты.
или тише производит. То есть вот эта машина, то есть она может делать фасовку вот в такой форме. Маленькие. Как тестеры, что ли? Да, для кого-то могут быть тестеры, для кого-то может быть, ну, смепка, если взять, это не тестеры. Да, маленькие сашины такие. А сейчас правда, что ли, фасан будет упакован? А мы уже выпустили, но не фасан мы выпустили, мы выпустили кишечный фитосорбент, который в стиках, да. То есть порция 7,5 грамм. Нам скажут. Нам скажут все, мы все будем выпускать. Вот. В настоящий момент пока вот только один продукт. Но это же другие люди совершенно занимаются переводом в другую форму. Да. Мы то, что имеем, я вам расскажу. А если будет переход, да, конечно, надо будет, значит, уже это должно поступить в продажу, потому что мы это все сделали, вот первую партию. И отправили на склад первых несколько партий, можно будет увидеть. Ну вот мы с вами, в принципе, мы с вами посмотрели, получается, производство. Ирина Владимировна, а тут та группа, о чем, не знаете? Сказали, что таблеток пришли уже. Значит, они все пошли. А им-то конфетки дали. А теперь, да? Нас по-быстрому сюда затащили. Это что мне сказали? Вентилируемая система, которая полностью контролирует воздух на. То есть вообще по всему заводу это расставлено, на каждом участке своя. То есть по окну коновальчик, оператор видит, где что дышит, где как работает, какой воздух заходит, какой воздух выходит, современнейшее оборудование. И практически ни один фармзавод этим в России, в странах СНГ не оснащен. За другие страны не скажу, не знаю, не видела. Завидую всем работникам, которые работают на этом предприятии, потому что они дышат чище, чем в лесу.